Вот этот малыш, шуруповерт, ушатал мне блок питания. Шуруповерт Интерскол DA12R. Параметры блока питания. При попытке запитать шуруповерт от блока питания, блок питания уходил в защиту. После того, как я попробовал включить шуруповерт с конденсатором, блок питания перестал работать. Сейчас будем разбираться. Открыл блок питания. Заодно будет возможность его почистить от пыли. Почистил блок питания от пыли. Таким образом выглядит плата с другой стороны. Судя по визуальному осмотру, особо ничего не сгорело. Может быть, немножко вздулся вот этот конденсатор. Надо его отдельно проверять. При включении в сеть и включении блока питания напряжение на зеленом и черном проводах около 5 вольт. Это нормально. Напряжение на желтом и черном проводах 0,1 вольта. А также ненормальное напряжение на красном и оранжевом проводах. Может быть, испортился конденсатор, может быть, испортились какие-то транзисторы. Для того, чтобы понять, в чем проблема, нужно делать более детальный анализ. Проблема, может быть, появилась из-за пыли, а может быть и не из-за этого. Отмечу, что этот блок питания в сочетании с конденсатором на 10 тысяч микрофарад я пробовал использовать в сочетании с шуруповертом Makita 14,4 вольта. Как мне казалось, этот шуруповерт Makita более мощный. И с ним все в порядке было. Запускался он нормально. А вот с этим шуруповертом почему-то произошла такая проблема. Несколько раз я вот таким образом пробовал включать шуруповерт от блока питания. И где-то на третий раз он перестал работать. А может быть, конденсатор скопил большой заряд и отдал обратно в блок питания, из-за чего в нем произошли проблемы.